Беларуси состоялись президентские выборы. Официальные их итоги объявят лишь в пятницу, но предварительные данные уже говорят об уверенной победе действующего главы государства. Этот пост он будет занимать в пятый раз. За Лукашенко проголосовали 83,5% избирателей. И своего ближайшего соперника он обошел с 20-кратным отрывом. Поздравительную телеграмму в Минск уже направил Владимир Путин. Он отметил, что столь внушительная победа свидетельствует о высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения. Также выразил уверенность, что деятельность вновь избранного президента будет и далее способствовать развитию российско-белорусского партнерства. О том, как будут строиться отношения с Россией, говорил накануне сам Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Мы не просто будем с вами дружеской страной. Мы родные народы и родные страны. И эту позицию мы будем придерживаться этой всегда. Конечно же, имея свою позицию. Выборы прошли при рекордной явке более 87%. За ходом голосования следили 900 международных наблюдателей. Сообщений о серьезных нарушениях не поступало.